Писала, тоже его не видела никогда. Ну, попасть на Кроноцкое — это не так-то просто, на самом деле. И мне очень хотелось попасть на Кроноцкое. Ну, интересно, какое же оно такое, Кроноцкое озеро, какие у него пороги. Тут же все разговоры об этих порогах, что пороги предопределили эндемизм, ихтиофауны, что тут такие необыкновенные рыбы, что таких рыб нигде на свете больше нет, что только здесь и здесь. Озеро, не зря его называют живым сердцем Кроноцкого заповедника. Действительно, его уникальность в том, что здесь, сейчас, при нас идут процессы современной эволюции. На это требуется тысячелетия. Здесь, в одном водоеме, на протяжении последних всего лишь 10 тысяч лет мы получили 8 эндемичных форм гольцов. Это уникальное явление, которое можно наблюдать здесь и сейчас. Собственно, чем занимаются наши ученые? Была построена специальная лаборатория, в которой изучают возможности этих видов, изучают то, что запустило эту эволюцию. Возможно, это прольет свет и на эволюцию человека в том числе. Лаборатория на озере вообще была организована в 2011 году. Основная задача стояла следующая. Экспедиция началась в 2010 году, то есть летом 2010 года, а в декабре 2010 года начал извергаться вулкан Кизимин. А существует такое мнение, что извержение вулканов, пепел, который они извергают, при поступлении в воду они влияют на продуктивность, фертилизацию водоемов. Поэтому было принято решение, что надо изучать содержание в воде биогенных элементов. Мы тут еще изучаем же не только вот гидрохимию, еще и гидрологию. Гидрологический зонд. И эта штука измеряет кучу всяких параметров воды. То есть мы отпускаем ее в воду и поднимаем. И получаем параметров больше, чем исследователи, скажем, 30 лет назад могли получить там за месяц упорной работы. Основная задача таких работ здесь на озере была выяснить, каким образом из одних видов образуются другие виды животных. То есть и Кроноцкое озеро — это такая очень удачная модель для изучения таких процессов. Держи. Гольцы белые, носатые, там длинноголовые и прочие. Вот. Но проблема в том, что эволюция не закончилась на том, что они стали белыми, носатыми, длинноголовыми, а продолжилась дальше. И, в общем-то, здесь некоторые издробления морфотипов уже внутри каждой формы. Вот это носатый голец. И вот носатый голец. Они оба носатые. Отлично видно, что они как бы разные. То есть у этого морда острая, вон она какая, а у этого морда скругленная. Это вот несколько типов носатых гольцов, которые мы вот обнаружили в прошлом году, когда начали внимательно смотреть их в большом количестве. И вот мы там пытаемся понять, из-за чего происходит эта специализация, потому что по, например, паразитарным маркерам они одинаковые. Основной вопрос, который нас занимал,
заключается в том, вот каким образом в тот момент, когда образуется экосистема, и в озере живет один единый вид, который, где все особи этого вида могут скрещиваться с другими особями, происходит вот этот выбор, то, что какая-то группа рыб, в данном случае именно рыб, решает, что вот это вот свои, а вот это чужие, да, вот с этими можно скрещиваться, а с этими нельзя скрещиваться. Причем это решение приходит к ним не на уровне одного поколения индивидуального выбора, приходит на уровне целой группы особей и передается с поколения в поколение. Только так может работать эволюция. В данном случае это некий замок между рядом волновых всяких функций в экосистеме, связанных с кормами, с нерестилищем. Вот если это складывается все в единую мозаику, тогда эволюционный процесс начинается. То, что мы вот здесь видим. Мы нашли там две новые формы гольца, которые не были известны вообще. Нам удалось описать нерест, который не был описан раньше. Вот. Но в отличие от нерки с очень простым жизненным циклом, гольцо все стало немножко сложнее, они достаточно много времени проводят в реках. И многие вещи остаются не вполне пока ясными. Краноцкое озеро навсегда представляло большой интерес и для гидроэнергетики, и для ихтиологов. Вопрос о создании стада проходной нерки именно здесь, на Краноцком озере, вставал неоднократно. И по большей части исследования приводили к тому, что создание этого комплекса может полностью разрушить природу центральной части Камчатки. А более того, что он может подорвать стадо нерки, которые обитают у нас в реке Камчатке, и в том числе частично для реки Озерная. Более того, исследования Ленгидро показали о том, что создание каскада Краноцкой ГЭС, к чему неоднократно возвращаются, может привести не только к уничтожению этого озера, но и полностью изменить гидрологию этого региона. В общем-то, пока удается отбиваться от этого всего, но мы понимаем, что это будет продолжаться. Ну, потому что, представьте, это самый крупный пресноводный водоем Камчатки. И есть, опять же, Курильское озеро, которое благодаря определенному балансу, да, там действительно очень хорошие выловы у рыбопромышленников. И вот такое появляется, да, ух ты, а если вот это вот озеро Краноцкое, да, рыбы наполнить, то представьте, какие тут будут выловы, это же вообще, что такое Курильское озеро, там, да, там, оно в несколько раз меньше, чем Краноцкое. Вот. И что остается сделать? Это сделать рыбоход, по которому рыба бы поднималась, да, туда, и там, в общем, начинается царствие. И для туристов медведи там рыбачат, тут рядом долина гейзеров, тут вообще картинка потрясающая. Вот. Но только это все картинка. По факту, если это произойдет, то это, конечно, просто чудовищные последствия для всей экосистемы Краноцкого заповедника, который уже почти 100 лет сохраняется. Надо помнить о том, что Краноцкий заповедник и Краноцкое озеро, как часть этого биосферного резервата, являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. И сохранение этого объекта не только для нас, но и для наших потомков является нашей основной задачей.